К другим новостям. Инвестиционный климат региона станет еще благоприятнее. На это должны нацелиться не только органы власти, но и местные предприятия. Промышленность Чувашии, в свою очередь, демонстрирует неплохие показатели. Их прибыль увеличивается с каждым годом. Как итог, отмечается и рост инвестиций в капитал. Только благодаря таким ударникам республике удается выполнить все социальные обязательства перед жителями. Об этом сегодня зашла речь за круглым столом, за которым собрались руководители крупных предприятий. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Промышленный рывок уже очевиден. Многие предприятия по итогам прошлого года сработали с большим плюсом. Новые проекты, новые заказы, увеличение заработной платы работников. Только в 2011-м в уставной капитал удалось направить более 40 миллиардов рублей. Сейчас обгоняют и эти показатели. Передовикам промышленности власть будет помогать, отметил глава республики. А это уже точная гарантия минимизации возникающих проблем. Я всегда с гордостью говорил и говорю, на самом деле, то, что у нас нет нефтегазовых долларов, других природных ресурсов, на сегодняшний день мы вкладывали и будем вкладывать инвестиции человека. Вложение в рабочую силу – благая и важная задача. И стремиться к этому должны все предприятия, отметил Михаил Игнатьев. В вопросах улучшения инвестиционного климата власть и бизнес – неразрывные партнеры. Республика старается всячески поддерживать промышленность. Уже расписаны планы и на случай прогнозируемых кризисных явлений. Если будут возникать какие-то кризисные явления, связанные с экономикой, о которых говорят, то хотелось бы отметить, что Чувашская Республика заключает соглашение с стратегическими партнерами, в число которых входят в том числе и ваши крупнейшие покупатели. Поэтому здесь мы открыты для диалога. Вливание в процесс приносит положительные результаты. Только в прошлом году предприятия заработали более 140 миллиардов. На дальнейшую модернизацию ставку делают все. Каждое предприятие в республике может похвастать своим ноу-хау. Вот одна из таких разработок – прибор для защиты от помех. Это оборудование устанавливают в приемниках системы ГЛОНАСС. Датчик буквально блокирует негативные волны. Новая линейка продукции в НИИРа недавно была представлена судостроителям и энергетикам. За последнее время мы достигли значительных успехов в работе с «Русгидро». Так, наша дочерняя компания «ВНИР Гидроэлектроавтоматика» успешно реализовала ряд проектов в качестве генподрядчика, главной компетенцией которого являлось управление проектами. Свои планы на 2 года вперед обрисовали руководители предприятий, которые входят в так называемый клуб миллиардников. В приоритете у многих расширение производственных баз, появление новых рабочих мест. Причем некоторые работают не только на одноразовые заказы. Удается увеличивать и долю долгосрочных контрактов. Нас очень радуют госконтракты, которые вселяют в нас уверенность в завтрашнем дне, поскольку некоторые из них заключаются и уже заключены на период до 2015 года. Есть контракт на поставку наших систем для самолетов Су-34 по гособоронзаказу, который вообще подписан до 2020 года. Необходимо соблюдать взятые обязательства, отметил глава региона. Первоочередных задач немало. Строительство детских садов, социального жилья, повышение заработной платы. Реализовать эти планы в регионе без природных богатств возможно только благодаря эффективной работе промышленной элиты. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика.